Animal Rescue. К несчастью, многим прекрасным питомцам в жизни попадаются не самые лучшие хозяева. Однако с этой вселенской несправедливостью борются действительно добрые люди, которые помогают попавшим в беду животным. Так, житель Малайзии по имени Лайнел ехал в магазин за продуктами и увидел одинокую собаку, которая бежала по дороге и вот-вот могла угодить под машину. Мужчина решил помочь собаке и остановился возле нее. Он сумел втереться в доверие к животному, а когда собака подошла поближе, то обнаружил у нее на шее записку от ее бывшего хозяина. Лайнел надеялся, что в записке на шее указан адрес и имя хозяина, но вместо этого там была грустная история. Объяснения в записке заставили мужчину всплакнуть, сидя на корточках рядом с дорогой. «Привет, меня зовут Сиги, и я самая любящая и внимательная собачка, которую вы когда-либо видели. Моему хозяину очень жаль, что ему пришлось оставить меня, но он больше не может обо мне заботиться. Мне тоже очень жаль. Пожалуйста, возьмите меня к себе домой. Пожалуйста, примите меня в свою семью. Пожалуйста, полюбите меня. Я Голден Дудль, в этом году мне исполнится 5 лет, я не стерилизована. Я очень добрая и никого никогда не кусала. Я очень хорошая охранница и могу сидеть перед дверью целый день, облаивая тех, кто подойдет ко входу, пока мне не скомандуют перестать, или я не узнаю человека. Еще я умею делать трюки. Надеюсь, вы возьмете меня к себе. С любовью и гавканьем, Сиги». Мужчина, даже не раздумывая, решил отвезти бедняжку к себе домой. Первое время Сиги опасалась мужчину и старалась сидеть там, где это ей казалось безопасным. Но со временем собака привыкла к своему Лайнелу. Дома мужчина помыл собаку и высушил ее феном, потому что шерсть у Сиги оказалась очень густой. Вскоре собака настолько привыкла к Лайнелу, что даже позволила себе пожевать сиденье его машины. Сиги уже нашли новый дом, совсем скоро она будет жить у брата Лайонела. Ну а пока собака остается у своего спасителя, который напоминает людям о том, что заводя животных, стоит как следует обдумать такой важный поступок. А если хозяин уже не в состоянии заботиться о своем питомце, то нельзя просто взять и выкинуть животное на улицу. В таких случаях стоит обратиться в приюты, к друзьям или написать пост в интернете. Если вы тоже неравнодушны к животным, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. До новых встреч!